Итак, в Архангельске на набережной появился еще один кудесник, точнее кудесница. По задумке авторов, она стала хранительницей традиционного на севере промысла – каргопольской глиняной игрушки. Наша съемочная группа уже успела оценить, а заодно узнать, будет ли у кудеснического проекта продолжение. Если верить легендам, кудесники могли не только заглядывать в будущее, но и заговаривать стихии, общаться с духами и исцелять больных. В честь этих мифических персонажей даже учрежден необычный праздник – День кудесника. Он как раз сегодня, 18 октября. Архангельск к этому дню начал готовиться еще с середины сентября. Тогда на набережной появился первый кудесник, затем второй. Сегодня около гостиных дворов получил прописку третий персонаж – кудесница. Глиняная свистулька в ее руках – дань наследию народных мастеров помощи. Мое осознанное знакомство с народной культурой, оно случилось именно через глиняную каргопольскую игрушку, которая для Архангельской области, я думаю, это вот то, что мы смело можем назвать брендом. И то, что это маленькое чудо именно с глиняной каргопольской игрушкой, для меня лично символично. Место для установки фигурки авторы проекта выбирали так, чтобы непременно получилось красивое фото с персонажем, какой бы вы ракурс ни выбрали. История уже стала народной. Кудесникам несут монетки, натирают носы и повязывают шарфики. Три фигурки. Кудесник с пиццей счастья, кудесник с алмазом. И сегодня мы открываем девочку, это кудесница с глиняной свистулькой. В целом каждый кудесник – это отрасль или какая-то большая, очень емкая сфера. Либо культуры, либо истории, либо наследия, либо производства. Для нас, как для губернаторского центра, мы работаем с сообществами, и это прецедент очень классного влияния бизнеса на городское пространство и на развитие города. С реализацией идеи помогли меценаты. Все три кудесника – подарок Североалмаза к 85-летию Архангельской области. В этом году компания тоже отметила свой юбилей – 30 лет. На этом проект «Кудесники» мы временно приостанавливаем, ставим на паузу. Но подарки для города в юбилейный для Североалмаза год продолжаются. И уже в скором времени мы представим горожанам новый арт-объект совершенно в новом формате. К слову, авторами продуманы образы 10 кудесников. И чтобы новые персонажи украсили город как можно раньше, «Североалмаз» призывает предприятие последовать своему примеру и принять участие в проекте. Артемий Заварзин, Виолетта Копылова, Евгений Зыков, «Регион-29».